Привет, интернет, интернет, привет. Меня зовут Ярик Андерсон. В этом видео прообзорим чучело плавающих гусей от компании Nordway. Это российская компания. И посмотрим плюсы и недостатки. На мой взгляд, то, что я выявил. Сразу оговорюсь, что охоты с данными гусями у меня еще не было, поскольку я их заказал в 2019 году в начале сезона, то есть я заказывал их в январе, а весенней охоты на гуся у нас нет. Вся охота только осенняя. Чем отличается в двух словах охота на полях на гуся и на воде? Преимущество охоты на воде на гуся в том, что не требуется колоссальное количество гусей, как для охоты на полях. Это раз. На воде гусь себя ведет не касается. Совершенно по-другому. Он менее подозрителен, и наманить гуся на воде, имея даже 6 чучел, это вполне реально. Главное здесь выбрать маскировку, чтобы хорошо спрятаться, чтобы вас гусь не заметил. Итак, по чучелам гусей. Мы имеем в комплекте 6 гусей в двух разных позах. Со сменными головами. В чем преимущество именно данного варианта плавающих гусей от компании Nordway? Первое, они очень легкие и они сделаны из сминаемого пластика. Нужно воспринимать эти гусей не как именно сминаемые, а как полнокорпусные гуси с возможностью их компактно смять. В данный момент на видео температура воздуха плюс 2 градуса. То есть это достаточно так прохладненько, и гуси в смятом состоянии пролежали в машине всю ночь. То есть вот на данном видео я хочу показать в процессе реального времени, сколько уходит времени на расправление и как расправляются гуси при температуре плюс 2 на воде. Сменные головы. Сменные головы дают нам возможность компактно уложить гусей. В дальнейшем при перевозке сменные головы дают очень большой бонус. То есть гуси занимают намного меньше места. Как держатся сменные головы? Ну, вот в 5 гусях у меня просто отлично, отменно они вставляются, отменно снимаются и держатся. На одном из гусей, за счет того, что он чересчур от души был свернут, я не до конца его расправил, поэтому одна голова крепится не очень четко, но эта вся проблема решается в том, если вы в теплом помещении с помощью фена, я показывал, расправить его основательно до конца. Эти гуси были именно заводской упаковки, полностью я их не расправлял перед тестом. Гуси очень легкие, ведут себя на воде очень предсказуемо, имеют огруженный киль. И я вам скажу, ну, при волнении они вполне достойно себя показывают. То есть смотрится достаточно естественно. Брать данных гусей или не брать, пусть решает каждый для себя. В этом тесте, я надеюсь, показал в реальных условиях, сколько времени на расправление уходит, как они расправляются и как они смотрятся на воде. Все, что вы думаете по этому поводу, по поводу этих гусей, обязательно, ребята, пишите комментарии. Ваше мнение очень будет интересно. Всем удачи, всем пока. С вами был Ярик Андерсон.